Друзья, всем большой привет! Недавно компания Ford сняла с производства популярный кроссовер EcoSport, ведь он уже достаточно сильно устарел и не продавался так же, как и ранее. Ходили слухи, что эта модель ушла в историю и больше не получит преемника, а ее место в модельном ряду займет похожее по размерам Puma. Однако недавние патентные изображения дают нам понять, что новое поколение EcoSport'а все же появится, и, судя по всему, уже в ближайшем времени. По первым фотографиям видно, что новинка не будет иметь ничего общего с предыдущей моделью. Новый кроссовер выполнят в стилистике последнего Edge и других последних новинок компании. Также известно, что кроссовер будет базироваться на платформе VX772 и будет иметь длину около 4 метров 30 сантиметров. По технической части официальной информации пока нет, но по некоторым заявлениям можно предположить, что паркетник получит целый ряд силовых установок, включая гибридные и полностью электрические версии. Премьера новинки состоится уже в этом году. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!